Путин еще тоже поздравляет. Ну, посмотрим, что Путин сказал. Что-то тоже, наверное, очень бодрое. Сейчас почитаем. Поздравил всех журналисток. Правительство Ноупула. Слова-то какие. Напомнив, что женщина дала всем нам жизнь. Да. И этим почти все сказано. Тоже очень какие-то фразы. Ну ладно. Но это, конечно, не все. А вот он. Расшифровывает. Мы смотрим сначала на маму, на бабушку, потом растем. Так, ну-ка, на маму, на бабушку, потом растем. У нас появляются подруги, жена. Подруги, какие подруги у него появляются? По-моему, сразу жена должна появляться. Нет, подруги, жена, потом дочери. У кого нет дочерей, невестки. То есть он всех там прям последовательно идет. Женщина всегда и во всем сопровождает нас по жизни. В общем, женщина друг человека, одним словом, перевожу. И, конечно, мы, мужчины, очень хотим, чтобы женщина была украшением нашей жизни. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем, как какой-то такой атрибут, знаете, типа этого, я не знаю, часов. Мы, мужчины, хотим, чтобы женщина была украшением нашей жизни. Но при этом сказал, что становится ли женщина украшением нашей жизни, это зависит прежде всего от нас, мужчин. А женщины, они, конечно, очень разные. Но они всегда прекрасные. Вот видите, я заговорил стихами. Это стих, да? Просто, но от души. Просто, но со вкусом. Я всех поздравляю и желаю самого доброго. Ну ладно, хорошо. Вот Путин мне поднял настроение. Медведев мне что-то огорчил, а Путин поднял сегодня.